Как красиво пепел носит по салону, возят пацаны кругами, расплываются районы. Ни о чем жалеть не буду, что оставил небоскреб. Опять свободы, я ныряю с головою. Такой вот теперь есть аппарат велик. Бойтесь, короче, на дороге лучше. Поднялся на фокусы. Больше не придешь. Все-таки иметь свой мопед — это очень классно. Особенно, блин, в 16 лет. Это очень круто, так что, блин, Веля вообще красавчик. Теперь все девки его конкуренты. Что? Ты не понимаешь? А что, ты не умеешь заправлять? Нет. А я! Теперь надо меня забрать. Все, прыгнул. Водила, давай! Жмем! Малый повзрослел. Поднялся так. На биткоинах. Короче, ходил, показывал фокусы за деньги. И вот натаривался я на мопед. Нормально. Я представляю, что в комнатах на пути. Я иду туда, туда, где меня ждет любовь. А за ней пустая. Короче, нанял себе нового водителя за 2 гривны. Теперь наваливаем. Да ладно, бесплатно, кому ты расскажешь? Говорится, бесплатно. Потом тебе будет деньги на бензин вымогать. Знает таких шарлатанов. Жулик. Хуже еврея. Потом будет бабки за меня требовать, чтобы я ему бензин заплачивал за покатушки. Пока, дядя. Дядя, тетя, привет! Отмаиваю! И плевать! Это город в огне, романтика улиц, ночи гостей! Встречайте гостей, вот и проснулся русский медведь. Попал, это жаркий Марсель. Fashion, fuck the UK. Все, кто много базарил, гасили 2 раза быстрее. Жаркий Марсель. Вот таких я ненавижу вообще, потому что это реально музыки, которые просто потрясают тебя прямо как рот. Уже поздний вечер, а мы катаемся на мопедике. Короче, блин, только что случилась с нами ситуация. В общем, мы типа с Илюхой едем. И там чувак на Жигуле, короче, ну, блин, вы все это видели картину, надеюсь, там качество, ну, типа вечер, но все равно. Короче, прикол в том, что там... Блин, забоялся, нет, чтобы... там, короче, стоял красный цвет, и на красном стоял Фольц, на красном цвете. Мы подъезжали, уже желтый был. И вот этот Жигуль, короче, он стоял на второй полосе, на прямой. И он, короче, чтобы не пропускать этот Фольц, он без поворотника, без чего, просто выскакивает... Блин, забоялся, что мы его обженем. Ну так все равно, чувак. И нас подрезал. Так не по правилам. Мы бы его сделали, если нас не подрезал. Короче, я таких мудаков конкретно вообще ненавижу, потому что реально из-за таких дебилов просто случается аварий. Зачем так подрезать? А, вот и гонка. Ну блин, гонка, чувак. Мопед и Жигули. Да мы бы его сделали на светофоре. Він забоявся, що ми його візьмемо на обгон. Так він... Ні, чувак, так він на першу, на другу підключиться подлить. Він напонеться, ну. У машини з більшим мощностям мопед. Ну спочатку ми його точно візьмемо. Ну, то сначала. Кстати, видел, он еще приснился, а потом берет. Да, 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 что я таки, пока мы его будем брать. Не, вот таких особенно девок вообще, блин, вот реально... Девки были? Не, за рулем и сбоку... То пацаны были. Короче, за рулем сидел мужик и сбоку девка, и сзади мужик с девкой. Там пацаны такие сидели, как мы, чуть старше, мы уже на 2 года. Не, там нам факт девка показывала, это я точно тебе помню. Меня реально бесит. Потому что выпендриваются, типа, мол, Жигули, купили себе там те Жигули и начинают выпендриваться, тыкать факи против мопеда. Реально, куда смотрит такая полиция? Как ездить патруль, так они пропалят бенз. А как что-то случается, так все, их нема. Где? Бинты? Нет, не видно. Где? Хотя вот реально, сейчас вот была реально жесткая аварийная ситуация. Если честно, я испугался. Но Илья вовремя успел остановиться.
Блин, ну я... Валя вообще красавчик. Я кирпичи сзади ему там в вазник отложил. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был я, Мафик. Также, если хотите подобный такой контент, то налепите здесь много лайков. И всем пока. Задонайте на бензин. Буду вам скидку по кружке. Ссылочка на карточку Ильи будет в описании. Задоньте хотя бы рубль. Ладно, всем пока.